Многие из нас возмущаются, когда после ремонтных работ во дворах остаются горы земли, а тротуары и дороги, пострадавшие в ходе раскопок, дай бог, если щебенкой засыпят. Поскольку подобных жалоб на некачественное восстановление твердого покрытия поступает очень много, то в администрации района решили еженедельно выезжать по сообщениям балаковцев. Итак, балаковские дворы и улицы копают следующие организации: Пауты Плюс, Облкоммунэнерго, Балаково Водоканал и Балаково Электротранс. Во время первого рейда осмотрели несколько мест, где проходили раскопки. Первыми под раздачу попали тепловики, которые некачественно восстановили внутридворовую дорогу. После сегодняшнего совещания все нескрытые, незакрытые ордера, значит, будут являться основанием для обращения в судебный орган. Все, претензионная исковая работа должна идти с обоих сторон, не только с вашей, но и с нашей. Ну, что это такое? В следующем дворе та же самая картина. Здесь еще. Во-первых, Гомеров. Нет. Это что, за ограждение? Угу. Это ограждение? Ну вы что? Слушай. Здесь на данном участке работ проводили работы организации «Пауте Плюс». В том году произошло в осенний период восстановления твердого покрытия. Сейчас наглядно видно, какое качество восстановления покрытия было. Эта же организация проводила ремонтные работы в 2016 году и возле так называемой «Красной общаги». До сих пор здесь не привели в порядок тротуар. Давайте 10 дней. Тут объем работы. Принято, сделаем. А вот Облкоммунэнерго, в отличие от тепловиков, восстанавливает твердое покрытие практически без нареканий. Кабель заходил на ТП с этой стороны и переходил дорогу. Вот участок восстановленный, бордюры поставлены, соответственно, зеленая зона тоже восстановлена в первоначальном состоянии. В итоге, после посещения еще нескольких объектов, участники рейда сделали вывод: кто-то относится к обязанностям восстановить твердое покрытие после вскрышных работ на оценку хорошо, а кто-то получил неудовлетворительно. Из тех компаний, из тех организаций, вот, чьи объекты мы сегодня посмотрели, к кому наибольшее количество претензий у администрации? Пауте Плюс. Пауте Плюс. Да. А кто наиболее, так скажем, качественно все это делает, наиболее добросовестно? Ну, давайте так. Значит, с нашей точки зрения, есть точка зрения администрации, есть точка зрения даже жителей. Но я скажу так, что здесь вот, даже на этом примере. Вот водоканал, значит, там мы видели БЭТ, значит, а перед этим Пауте Плюс. Вот такая иерархия существует. Рычаги есть, это, значит, исковая работа, это, значит, побуждение через суд. Хотел бы обратиться даже к жителям города, если, скажем так, есть люди неравнодушные, поэтому на управление дорожного хозяйства, значит, принимаются и звонки, и заявки, либо через пресс-службу администрации. В еженедельном режиме мы работаем, еженедельно будем выезжать на подобные ордера, на места проведения работ, для того, чтобы, значит, показывает людям, кто как работает, кто как относится к делу.